Классно выглядишь. Тренируешься, да? Нет. В смысле, так, немного. Лучше скажи, что тебе здесь нужно. Просто ждала удачного момента. Обернись. О, боже! Нифига себе, пончик упал. Эгегей, всем привет, ребятки, я продолжаю проходить паука, и у меня здесь игра на паузе, знаете почему? Потому что я, короче, выполнил задание этого, я забыл, как его зовут, но это, по-моему, дядя Майлса, если я не ошибаюсь. Вот, и я только выполнил такой, лечу, а он меня бах и поймал, ну, кинул на меня вот эти наручники, короче. Раз ты знаешь мои приемы, вот. Тебе известно, что я тебя сделаю. Удиви меня. Если получится. И он здесь. И мы, я так понимаю, что мы будем с ним сражаться? Ага. Моих испытаний, я твои приемы. Понял. Может, еще поучишься? Так, бригадир, вот. Почти невозможно ранить в рукопашную. Используйте паутину или уклонение, чтобы заставить его раскрыться. Я понял. Смотри, видишь, ему пофигу вообще. Держи. Так, отлично. Бригадир, вот как его зовут, чуваки. И еще раз заметишь, когда я тебе врежу. Ага, ясно. Давай. Вот, отлично. Иди на уклонение, короче, надо делать и валить его. У тебя ни то, ни это не выходит. Да боже, я нажал. Видно, он так же, короче, бьет, как и я. Так, ладно. Давай. А, блин, как... Отлично. Да, я не понял, как он паутину так резко сорвал. Отлично. О, сейчас нормально. Отлично. А, все? Вырубил. Учеба закончилась, бригадир. Почему ты меня преследуешь? Одна организация наняла меня выяснить, достоин ли ты вербовки. Лучше стать личным массажистом Джеймсона, чем работать на твоих нанимателей. Тебе же хуже. Они платят шестизначную зарплату. Хотя некоторые люди заслуживают нищеты. Шестизначную? Блин. И чё, он исчез? Бригадир пройдено, смотри. Отлично. Так, ну что ж, давайте взглянем на карту. Я так понимаю, что я все выполнил. Вообще, все. Но игра все равно пройдена не на всю. Так, давайте вот я сейчас сохранюсь и посмотрим просто, сколько у меня процентов. 92. Не знаю, почему, чуваки, не знаю. Ну да ладно, сегодня, я думаю, мы начнем с вами проходить тогда DLC. О, там я увидел этот, скрытую, короче, фотографию, где нужно делать. Смотри, вот здесь где-то на карте она была. Вот она, да-да-да. Сейчас, короче, сфоткаем. Это где? Ага, не видно. А чё фотка-то? А, во! То, что надо. Видал? Сфоткал. 5 уже трофейных, короче, 5 тайных фотографий, вернее. Так, ну что ж, давайте перейдем тогда в DLC, ребят, и начнем сегодня прохождение DLC. Ограбление. Смена компании придет потери. Результат достигнут после прохождения последнего контроля. В смысле? В смысле? То есть основная компания все, что ли? Ну ладно, нажимаю, давай смотрим. Давай смотрим. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Начинаю запись данных. Мои источники сообщают, что Маджия готовит возвращение. Старые преступные семейства были разгромлены, но Фиск исчез, и они снова наращивают влияние. Доны годами сосуществовали в мире, но теперь в условиях безвластия они начнут борьбу друг с другом. Когда одно из семейств выступит против остальных, лишь вопрос времени. Нужно держать связь с моими источниками в органах. И надеюсь, мы остановим бандитов, прежде чем они наберут силу. Угу. Блин, DLC, я не играл, чуваки. А костюмчик тот же у нас. Что делать? Привет, Пит. У меня тут есть один интересный сюжет. Разоблачение Оскорб? Лучше. Я пишу о гангстерах из Маджии. Гангстеры? Я думал, они сгинули вместе со Свингом. Оба раза. Они почти слились, но без Фиска и демонов Коза Ностра решила вернуться в игру. Обожаю, когда ты говоришь грязно. Полегче, тигр. Слышал, в прошлом месяце федералы пощипали Маджию? Ага. Так вот, у одного из донов пропала картина под названием «Мария». А теперь она нашлась в Манхэттенском музее. И?
Мой источник сообщил, что одно из семейств хочет снова ее украсть. Сегодня. Кажется, тут нечто большее, чем любовь к искусству. Я загляну в музей. Окей, так, ладно. Я так понимаю, что это DLC про черную кошку, чуваки, да? Энджей, похоже, твой источник не врал. Тут пытается вломиться целая армия бугаев. Оставайся на связи, я гляну поближе. Будь осторожен. Если это ребята Маджи, они готовы на все. Шевелись давай. Боссу нужна эта картина. Мы уже должны были закончить. Хочешь попробовать? Ну, вперед. Что за Маджи? Да уж. Чего только люди не сделают, лишь бы не платить за входной билет. Так, и чё, как их тут надо уничтожить? Босс сказал стрелять без вопросов, если что-то вякнуло. Ему палец в рот не клади, да? О, смотри, как заглючил. Не учились бы наслаждаться искусством в работе. Я не знаю, может, сразимся просто с ними, чуваки? Мы ведь уже собрали остальное. А? Или потихо всех уделать? Угу. Так, надо вот этих отвлечь как-то. Там что-то есть. Иди, посмотри, проверь. А ты сюда сходи. А ты туда. Эй, кто там? Всем приготовиться, тут паутина. По трубе. Так, ты сюда. Тут паутина. Да, вот дальнего. Доброй ночи. Я его вижу, Человек-паук. Пора продемонстрировать виртуозное мастерство. Ничего ты не видишь. Бандитов. Да боже, паук, не застревай в этой фигне. Офигенно. А еще один. Здорово, чувак. Не храпи. Действительно, не храпи. Так, там что-то сфоткать надо. Я знаю, кого из них. Это Фредерико Фризелли и Сал Патрило. Они же из преступного семейства Кувалды, верно? Зачем ему нужна Мария? Не похоже на него. Я тут осмотрюсь. Надо убедиться, что я никого не упустил. Дам знать, как найду что-нибудь. Кто там? А, это ты? Так, просканировать местность. Ну давай просканируем. Все чисто. Надо проверить другие входы. Ага, вон машины. Даже припарковаться нормально не могут. Так, куда еще? Давай наверх. А, вот. Подожди, вот тут надо так, что-то... А это что? Чё, это баг просто? О! Нифига себе! Это чё за росомаха тут? Подожди. Эй, а что это? А что Энджей, это? Кто-то вырезал отверстие в крыше. Я пойду проверю. А кто это сделал? Значит, пока ребята Кувалды ломились с главного входа, кто-то проник внутрь через крышу? Похоже на то. Здесь ни души. Вообще, тут что, нет охраны по ночам? Да. Проверь будку охраны у входа. Там должны быть камеры. Они бы увидели, что кто-то к ним проник. Давай посмотрим. Дверь в будку охраны заперта. Без отпечатка ладони не открыть. Внутри наверняка есть подсказка, что случилось с охраной. Сможешь открыть этот замок? Без руки охранника нет. Или ее отпечатка. Если нет охранников, может, снимешь отпечатки с вещей, которых они касались? А, да, это мысль. Так, всегда рада протянуть руку. Поворачивайте. Ага, вот она. Так, отпечаток. Ну, его часть. Надо бы еще поискать. Давай, так, хорошо, одна рука есть. Странно, охранники будто испарились. Ага, да. Кровать. Где еще можно поискать частичные отпечатки? Кружка. Кружка кофе, еще теплая. Вот он, отлично. Прям детектив-паук какой-то получается. Так, куда еще нормальные пойдем? Нормальные охранники не оставили бы свое добро просто так. Разве что их кто-то заставил. Ага, и фонарик, да, точно. Фонарик. Можно снять отпечаток. Ага, вот оно. Все, есть третий отпечаток. Ладно, этих частей достаточно, чтобы восстановить отпечаток. МОКА, Манхэттен Музей оф Contemporary Art какой-то. Ладно, Манхэттенский музей, видимо. Так, вводим отпечаток.
Ух ты ж. Я смогу перенастроить сканер, чтобы он принял мой отпечаток. Что-то новенькое, что ли? Анализ завершен. Обнаружен входной порт. Получает доступ к терминалу. Продолжить. Ага, надо если напряжение. Если я обойду оптический сенсор, то загружу свой отпечаток. Надо напряжение наладить, да, чуваки? Так, ну, давай. Допустим, здесь мы сюда сразу поставим. Вот это поменяем вот так, да? Так, а это у нас... Так, так. Вот так, да? Ага, обычный поворот. Есть. Ого, плюс 5. Нифига себе. Плюс 5 только, прикинь. Ну ладно, окей. Сюда прямую, видимо. А, нет, сюда не прямую. Вот сюда, наверное, прямую. Вот так, да. Придется вот так делать. А, ё-моё, подожди. Так, так. Нет, все-таки вот так получается. Все-таки вот так получается, чуваки. Сюда. А, подожди, нет, а как тогда? Тогда прямую я убираю вообще, наверное. Так, обычный угол. Обычный угол сюда. Сюда. А все, у меня углов-то и нету больше. А как быть? А, вот. Ну, прямая. Ну, прямая не то. Хотя, если две прямых. Ё-моё, я даже что-то не понимаю, как. Ну-ка, подожди. Если вот сюда прямую поставить. И вот сюда угол. Хоп. Так. Так, угол уберем. Прямую. Один угол сюда. Угол еще есть. Блин, да, лучше вот так угол вот этот сюда поставить. Все, да, получается, все. 7 минус 2 нам надо сделать. Бро, минус 2 вот сюда, все отлично, и вот так. Есть. Готово. Есть. Передаю отпечаток ладони. Для чего только надо было вот эту схему там налаживать? Так, анализ завершен, доступ разрешен. Отлично. И? Что здесь? Открыл. Здорово. Что ты видишь? Живы. Кажется, их просто усыпили. Следов борьбы нет. Кувалда так чисто не работает. Но если не кувалда, то кто? Там есть записи с камер. Сейчас. Давай смотреть. Ну это Фелиция. Кто-то включил камеру номер 5. Подозрительно это все. Я снова ее включу, и мы посмотрим, что они там прятали. Она направлена на одну из картин в экспозиции. Видимо, это Мария. Ее еще пока никто не украл. Я посмотрю поближе. Надо выяснить, что в ней такого особого. Так, куда идти? А, вот. Угу. Смотрим. Картина «Мария» — это шедевр современного пасторального импрессионизма. Эпопея с ее похищением и возвратом почти столь же любопытна, как сама картина. На вид — самая обычная картина. Так и есть. В музее полно куда более ценных вещей. Так почему же Маджи охотится именно за этой? Погоди, Эмджей, кто-то идет. О, боже. Нифига себе. А вы не могли сразу так сделать? Ага, если так сделать, тогда закрывается дверь, я понял. Глядите в оба, Человек-паук может быть еще тут. Так, ну просто толпа, короче, балбесов всяких. Она под защитным стеклом. Эй, скажите Фрэнку, что придется притащить большие пушки. Ну, это не проблема, я думаю. В смысле притащить большие пушки? Эмджей, парни кувалды вызвали подкрепление. Меня пока не заметили. Хорошо, не подставляйся. Так, не подставляйся, говорит, опасно. Угу. Ого, здорово, бугай. О своей работе подумай, а ребята разберутся с тобой. Так, опасно, блин. Как же отвлечь? Безопасно. Ну, хватай! У них хватает. Хотя нет, схватил. Ух, а этот... Бугай не заметил меня. Как он не заметил? Безопасно, но я его не могу схватить. А если врезать ему? Эй, у тебя тайм-аут. Отлично. Так. Одного вырубил. Не нравится мне это. А это что? Скоро копы приедут. Нам надо
работа закончена, так что пошевеливайтесь, пока не приехали. Ага. Прикольно. Так, опасно. Безопасно. Безопасно. Так, это было опасно. Почему? За ним кто-то смотрит. Что? Клянусь, я видел кого-то. Отлично. Копы вот-вот будут. К черту все. Хватаем, что можем, и бежим. Какую сбежать? Я стоять. Отлично. Теперь они хватают все подряд. Надо бы не дать им уйти. В следующий раз купи сувенир. Угу. Он слишком шустрый! Давай. Ой, боже. Там схватили что-то. Да он бежит. Ты не подумал? Падай. Падай, паук. Я не могу упасть. Отвлекайте его. Я почти у выхода. Черт, он сматывается. Не на тех ты полез. Как он это делает? Тихо. Отлично, отвлекайте. Я сейчас отвлеку вам, блин. Думаешь, я тебя там не достану? Да давай, вырубаем. Тебе будет больно, сопляк. Так, ладно, я понял, там кого-то... Смотрите, идиоты! Так, это вырубаем. Закончитесь! Такое ощущение, что они просто спамились и спамились. Питер, ты тут? Как ты? Да. Думаю, я всех поймал. Придется кучу экспонатов вернуть. Что насчет Марии? Это мог быть отвлекающий маневр. Вот и я о том же. Вернусь-ка я назад. Надеюсь, стекло достаточно прочное. Угу. Давай, просканируй. И его не пробьешь. К Марии никто и близко не подберется. Миссия выполнена. Я надеюсь. Слушай, мне придется попозже перезвонить. Почему? Что там так? Классно выглядишь. Тренируешься, да? Нет. В смысле, так, немного. Так, ты теперь в одиночку? Или вернулся к бывшей? А, немноговато вопросов. Я любопытна. Слышал, любопытство вредит кошкам. Лучше скажи, что тебе здесь нужно. Просто ждала удачного момента. Обернись. О боже! Нифига себе, пончик упал. Ну окей, чуваки. Ну окей! Я готов. Ракеты? Кто приносит ракеты в музей? Ты что, клоун, не знаешь? Все, конец тебе, Лелки! Ах ты, тварь! Давай! Да боже! Куда прешь, клоун? Давай. Отлично. Сюда, Игорь! Ложись! На, держи, толстя. Так. Ну что? Кто первый? Хорош. Я тебя порву! Он просто скачет! Я не просто скачу, я еще убиваю вас. Давай. Ага, нет. Не на тех ты полез! Валим его. Ага, это... Это что за дрянь? Это паутина, дрянь. Сам ты дрянь. Держи, блин. Хорош, так. Где толстяк? А, толстяк, все. Толстяк. На свидание! Да кто же стреляет? У кого там... Подожди, а вот вот у этого. А, вот еще наверху. Эй, чуваки, у меня для вас сюрприз. Лови! Иди сюда, гад. Да что ты говоришь? И тебя сейчас уложу. Видели? Видели.
А оно до сих пор там стоит. Эй, тебе норм? Сфоткаю тебя на память. Кто тут еще остался? А, ты. Держи, тиркотик. Летим. И она тупо снимает картину. Милые новые приемы. А твои старые уже не очень. Ты же завязала с кражами искусства. А кто сказал, что я тут за этим? Что? Что ты делаешь? Жесть. Флешка. Тебе нужно кое-кого спасать. Опять. Что? Помогите! Да это же преступники, ну нафиг их спасать. Что? Куда она делась? Ну и все, она ушла, да? Все в порядке, Питер? Извини, МДжей, старая подруга встретилась. Кто? Беда. Беда. Прикольно. Мария, пройдена. Окей, костюм гибкость. Доступен новый костюм гибкость. Давай посмотрим. Офигенно так. Новый костюм гибкость. Где он? Вот. Ух. И могу его одеть? Да. Офигеть. Так эта черная кошка проникла в музей через крышу. Она заодно с ребятами кувалды? Да. Она, наверное, следила за мной все время, что я был тут. Просто скажи мне, что она не сбежала с Марией. Не с Марией. Хорошо. Она просто выломала флешку, которая была в раме. Что? Прости. Как думаешь, что могло быть на этой флешке? Хороший вопрос. Я поспрашиваю об этом. А я пойду по кошачьим следам. Всем постам. Нам сообщают о взрыве у Майм Сквер и Брайанта. Взрыв? Чего? Я проверю. Где взрыв? А, вот там. Все ясно, ну тогда пойдем туда, чуваки.